Улёмина, ты чё это? Тебе кто разрешил пользоваться школьным ксероксом? Батюшки, она всю бумагу взяла и прошу. Это я ей разрешил. А с чего это вдруг? Вы пока злом и матом, а это мое хозяйство. Дорогая наша Елена Петровна, ну не жадничай ты, куплю я и бумагу, и порошок, и даже цветочков прикуплю. Ну ладно, Вить, ты хоть предупреждай в следующий раз, ты же понимаешь. Тут у меня не пищевой бумажный магазин. Да ладно тебе, Витя. Елена Петровна,